Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Переработать генеральный план Кирова намерены городские власти. Об этом накануне на заседании Гордумы сообщил глава администрации Илья Шульгин. Он отметил, что государственная градостроительная политика в регионе пока не осуществляется в должном виде. Документ должен быть завершен в течение 2 лет. Принять его планируется к 2020 году, уточняет бизнес-новости в Кирове. Сити-менеджер также назвал перспективное направление для города. По его словам, Киров тяготеет к развитию на юго-запад. При этом фактором, который серьезно сдерживает это развитие, Шульгин назвал наличие железнодорожных путей. Дайджест недвижимости. 2 помещения в безвозмездное пользование передали кировским организациям инвалидов. В цокольном этаже дома 114 по Октябрьскому проспекту появится культурно-досуговый центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также депутаты Гордумы одобрили передачу Кировской областной общественной организации инвалидов помещений с теннисными столами в здании детской спортшколы номер 5 на улице Красноармейской. Там по согласованию графиков с учреждением начнут проводить тренировки для людей с инвалидностью. Дайджест недвижимости. Кировчанам помогут грамотно оформить недвижимость. О том, как составить договоры купли-продажи, дарения, аренды, а также иные соглашения, будут рассказывать специалисты областной кадастровой палаты. Единый день консультации Росреестра, который проходит сегодня, приурочен к 10-летию ведомства. Получить помощь специалистов можно с часа дня до 8 вечера по 2 адресам: Преображенская, 8, и Воровского, 78, или в режиме онлайн. Телефон для справок 76 11 94, сообщается на сайте администрации Кирова. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.